Всем привет! Сейчас я покажу свою тренировку. Начинаем с разминки. Разминаем шею. Движение вперед-назад головой. Второй месяц россияне живут в режиме самоизоляции. В этот период важно сохранять физическое и психическое здоровье. Поэтому представители Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ проводят серию онлайн-тренировок. Участие в них могут принять все желающие. Комплекс упражнений поможет вам хорошо себя чувствовать, быть в форме и обеспечит хорошее настроение. Поэтому присоединяйтесь к нашим спортсменам, занимайтесь дома и будьте здоровы! Сейчас занятия ведут тренеры спорткомплекса ЮРГУ, но скоро к ним присоединятся студенты-чемпионы. Мой отец тренер. С 3 лет я начал заниматься карате. Сейчас мне 19. Это получается 16 лет я в спорте. За 16 лет я достиг хороших результатов, являюсь членом сборной команды. Ездил на международные турниры, входил в семерку, занимался 7-5 места. К сожалению, пока не получалось выезжать на чемпионат мира, на чемпионат Европы, но это в скором будущем. Изначально я занимался карате, в 7 лет пришел, из-за того, что мультики с Джеки Чаном смотрел. Ну а после уже перешел в кикбоксинг. Там прозанимался где-то лет до 12 и ушел в бокс. Там до института я просто ездил по соревнованиям, а потом уже как-то стыдно стало, что столько лет занимаюсь спортом, а достижений никаких нет. Ну и перейдя в институт уже в ИСТИС, я пошел, чтобы тренером стать по итогу. Я и решил более плотно заняться боксом, то есть уже для каких-то целей определенных. Я думаю, моей квалификации хватит, чтобы видео записать и какие-то отдельные упражнения, так как там нет прямого контакта с людьми. Думаю, вполне, и не откажусь, если предложат. Узнать больше о тренировках и присоединиться к ним можно в официальной группе ИСТИСа ВКонтакте.